Привет, друзья! В рамках российских учений «Океан-2024» моряки Каспийской флотилии отразили атаку условного противника на нефтедобывающую вышку в Каспийском море. Российские боевые пловцы и водолазы-разведчики из состава отряда подводных диверсионных сил и средств провели разведку вблизи стратегического объекта и обеспечили безопасный подход к нему штурмовой группы для взятия объекта под контроль. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.